Кажется, мы едем 2 дня с половиной. Почти 3 дня едем. Так. Она чуть-чуть устрасована. У нас забронирован отель в Турции. Мы едем на машине. Из Азербайджана, из Баку в Аланию. Ждите нас! Будем вам показывать дорогу. По какой дороге мы едем, через какие границы проходим, чтобы всем путешественникам, кто едет из Азербайджана в Турцию или вообще проезжать через Грузию в Турцию, была бы эта информация полезна. Садитесь. Девочки, как вы поживаете? Ну, я немного плохо, потому что я очень кушать хочу. Значит, скоро будем кушать. Мы едем уже. Сколько часов? 4 часа. Ровно 12 мы выехали. Сейчас 4 часа. Едем на границу, которая называется Красный мост. Сейчас расскажем вам, некоторую информацию дадим по поводу границ Азербайджана с Грузией. Значит, существует 2 пункта перехода границы. Один – Балакян и Лагадехи, который находится чуть севернее. Если ехать из Баку, проезжаем города Шимаха, Исмаилы, Габеля, Шаки, Гах и, наконец, Балакян. А Лагадехи – это уже на территории Грузии поселение. Эта дорога более живописная, которую Балакян ведет, но она по ней ехать сложнее, так как там есть серпантины вдоль гор. И большую получается... часть дороги. Что? Большую часть дороги ты в ней. Скажем так, да, что по территории Азербайджана ты едешь 400 километров. А до Тбилиси еще 150 километров. Если едешь в Тбилиси, да. По Азербайджану. А если ехать по южной дороге, то получается 500 километров по территории Азербайджана и 50 километров где-то до Тбилиси. По территории Грузии. Да. Та дорога, по которой мы едем сейчас, и в прошлый раз мы ехали, это дорога чуть южнее, как бы под центральной части Азербайджана идет. Здесь природа, ну, не очень такая, да, живописная. Но дорога хорошая. Скоростная. Да, где-то 100 км в час. Средняя скорость. Можно ехать. И приезжаем на... проезжаем какие города? Кюрдамир, Гуджар, Евлах, Ганджа и Газа. Ганджа. Кто хочет посетить Ганджу, то ехать по этой дороге. Ганджа – это второй по величине город после Баку, после столицы. Бывшая столица. Раньше была столицей, да. И вот мы где-то в районе Евлах уже. Да, еще не подъехать. Вот как раз билборды. Посмотри там, сколько до Евлаха. Вот 1 километр. Да, написано, что 11 до Евлаха, до Ганджи 77, 196 до Газа. А, значит, после перехода границы это уже будет Рустави. Да, сначала идет Рустави. Потом уже на Тбилиси. Да. Но мы, может быть, уже в Тбилиси даже не заедем. Через Рустави обходной дорогой мы поедем прямо. Выйдем на трассу Батуми. Ну, все зависит, если мы... Все зависит от того, как границу. Быстро мы пройдем границу. Если и, кстати это... говоря, да, эта граница чаще бывает загружена, чем другая, да. Северная. Ну, посмотрим, что будет сегодня. Вроде не праздники, не выходные, но... Нет, наоборот, праздник. А но... сегодня праздник, да. Да. Но мы да, надеемся на то, что люди, наоборот, возвращаются в Азербайджан.
вечер праздничный. Что никто не решил отдохнуть летом. А мы едем в Турцию. Наверное, скоро остановимся где-то перекусить на территории Азербайджана. Малыш проснется. Покажем вам, где остановимся. И хорошо ли там было. И вот мы въехали в Евлах. Здесь уже позеленее. Чем было. Дома есть. Трехэтажные. Ресторанов. А на той дороге на каждом шагу рестораны. Придорожные мы имеем в виду. Внутри города придорожные кафе. Сейчас посмотрим. О, 155 километров до границы. Анарчик в Турцию хочет. А нам еще долго ехать. Выспался? Как нет? Ну поспи еще. Разбудим, когда найдем кафе. Я хочу. Вот там уже Гянджам. Мы в объезд едем. В город не заезжаем. Едем сразу в сторону Казаха. Привет, Айсель. Знаете, какой мы наконец нашли ресторан? Он называется Титаник. Видимо, свадьба, да. Но мы пойдем вот здесь, беседочку. Уже искать устали. Мест нет. Сядем вот здесь. Хоть не в тишине, но ничего, повеселимся. Там что, река или фонтанчик? Какой-то звук льющейся воды. Разные статуэточки. А здесь еще и качели есть, а в той стороне все-таки река. Ой, жучки, сверчки, звуки тут. Ой, на солнышке детки пошли кататься. Дискотека началась. И анарчик, что мы заказали? Мы заказали мясо бастурма называется, куриное филе на мангале, картошечку жареную, и такой салатик свежий. Еще здесь был мангал-салат, но не успели заснять. Сейчас еще придет картошка тоже. На мангале. Да, девочки на любимые. Вот это он. Фрукты не убегают, Алла. И айран мы заказали, и что еще, лимонад. Расскажем вам, сколько счет выйдет. Смотрите, к нам пришла картошка. Наши любимые даже почистили. Теперь-то ушли или наест. Пойдет? Одобрено. Одобрены ли Лейли, ревизоры? А Анарчик свою жареную. Тут ангелочки есть такие, они обнимаются. Мальчик и девочка с крылышками. Красивые очень. Такой ресторанчик у нас.
девчонки, понравился ресторанчик? Покушали? Да. Наелись? Да. Папочка? А я не наелась. Сколько нам вышло? А я не наелась. Вышел 30 минут. А я не наелась. Ну, нормально, да? Хорошо. Что-то что? 4. 30 манат, 4. Это, ну, например, в долларах примерно сколько? Что? В долларах примерно сколько, чтобы было ясно всем. В долларах? Сейчас я тебе скажу. 15. Это где-то 18 долларов. 18 долларов. Покушали. Двое взрослых и три ребеночка. Со средненьким аппетитом. Поехали дальше. Вот, подождите, посмотрим, значит. Гармазы-Кёрпю, 135 километров до Красного моста, мама, до границы. Мама, а я не наелась. Чего? Ты не наелся, Энерджи? Рубличек еще попозже покушает еще что-нибудь. Девчонки, в каком мы городе сейчас? Казах. Правильно, это последний город перед границей с Грузией. Что, забыли уже или заснули? Мы остановились на заправке. А я поеду в Турцию. Да. Да. Мы остановились на заправку недалеко от границы, потому что... Почему? Объясните, девочки, нашим зрителям. Мы полный бак наливаем, потому что в Грузии бензин дороже, а в Турции еще дороже. Поэтому нам выгоднее здесь набрать полный бак. А на обратном пути в Турции будет сложно. Да, уже будет дорого. Есть. В Турции много туннелей, а Нарчик уже знает. Да. И мы вам их покажем. Да, я покажу. Ну что ж, посмотрим, что нас ждет на границе. Надеемся, она будет пустая. Увидимся. Грузия. Ждите нас. Или на границе. Приехали на берег моря. Кабулете. Вот. Все в машине спят. Да, ничего не видно. 4 часа утра. Вот. Это у нас Луна. И отражение Луны на море. На рассвете выезжаем по Туме. Вот набережная Батуми. Светится колесо обозрения. Здание высокое. Сейчас 5 часов утра. Ехали всю ночь. Границу, кстати, перешли довольно быстро между Азербайджаном и Грузией. Было 2-3 машины всего. Надеемся, такая же ситуация будет и на границе между Грузией и Турцией. Мы едем на граничный Сарпин. Прибыть через 300 метров.
Ну ладно, надо будить народ.